мои уважаемые подписчики и гости канала. По многочисленным просьбам, а именно вот от Стаса, значит, он мне уже раза три уже писал. Извиняюсь, что не сразу Стас это само сделал, краску, которую вы просили, потому что раз, несколько раз человек просил, значит, это, видимо, очень срочно и нужно. Вот, лично для вас и для других, я думаю, пригодится. Значит, сегодня мы сделаем цвет, как попросил наш Стас, зеленая плюс бронза. Вот, ну, как вы знаете, кто меня уже, значит, смотрит, вот, я составляю все краски автомобильные, которые более-менее так могу делать, ну, это процентов 80, наверное, СНЦ красок, то есть дешевых вот таких красок. Вот, для этого нам понадобится, конечно, синий, зеленого так как нет у нас, и желтый. Ну, а там посмотрим. Вот, ну, в основном вот эти два тех самых цвета. Видимо, 50 на 50 где-то примерно будет. Так, итак, приступим. Для того, чтобы, значит, это самое сделать нам зеленую, как вы уже знаете с моих видео, значит, надо смешать синий и с желтым. Открываем желтый. Вот такой. Есть. Хорошенько его перемешиваем. Вот такой желтый цвет. Ну вот, хорошенько перемешиваем, потому что банка-то сама застоявшая, кажется. Со дна все надо поднять. Вот, со дна там туда-сюда вот такими вот движениями. Сейчас тепло и краска, видите, вот жидкая. Слишком. То есть вязкость маленькая. Когда холодно, вязкость, кажется, больше. Потому что чем больше температура, тем ниже вязкость. Есть, смешали. Вот, но для того, чтобы у нас, кажется, все нормально получалось. И не чтобы сильно не заморачиваться этими каплями. Вот, берем шприц. Вот, сделаем. Будем добавлять со шприца. Это мерная, кажется, емкость уже, которую можно повторить. Набираем в него краску. Набираем краску. Опа. Вот столько набрали. Сколько мы набрали? 4 кубика. Есть. Вот, ну, набираем краску. Опа. Вот столько набрали. Сколько мы набрали? 4 кубика. Есть. Вот, ну, пока сколько нам надо, непонятно. Вот мы, значит, 4 кубика набрали. Закрываем эту краску, чтобы нам она не воняла под носом. Вот, ну, тут я целлофаном обычно накрываю, а потом вот эту банку так вот. Или перелить надо в бутылку по вот этот вонище такая, что страшное. Ну, затем берем синюю, вот такую, нитро-синюю. Открываем ее. Опаньки. Вот такая красотуля у нас имеется. Хорошенько, вот такая красотуля. Хорошенько вымешиваем. Опять же, вот такими движениями и вот такими движениями. Минут 5 надо сделать это дело. Здесь немножко я это самое упустил, сейчас поправлюсь. Значит, зеленая есть краска в натуре НЦ, вот, но я ее не брал, потому что зеленая составляется синего и желтого. Вот, потому-то я ее не брал, потому что я могу сделать эту краску. Вот, то есть я взял основные цвета, у меня основные цвета вот это и есть. Вот это синяя, желтая и красная. С них я могу делать, как я уже неоднократно говорил, почти любые цвета краски, но не яркие, потому что здесь яркости особой такой нету в этих НЦ. Вот, а такие тусклые, вот, вполне там, типа металлика, мокрый асфальт, там снежные королевы всякообразные. Вот, ну и все такие не очень яркие краски, так сказать, цвета, не очень яркие цвета, так поправлюсь. Так, порядок, набираем, это дело мы. Ну так вот. Вот, опять же берем шприц и набираем краску. Опа. Есть. Вот ты, блин, сильно замазал, окунул. Вот такой. Так, тут мы набрали аж все 10 кубиков. Не видно. Вот так вот резкость навелась. 10 кубиков.
Так, закрываем эту баночку, чтобы она нам не воняла под носом. Жарко, такие запахи на улице лучше делать, но там шума слишком много. Так, далее у нас имеется вот такая вот бронзовка. То есть это бронзовая пудра, она легко продается в магазине во всех. Вот ее, в принципе, легко достать. Вот она продается как вот в таком состоянии, так продается и в, уже в готовом, то есть она с чем-то составлена. Но я беру в таком, почему? Потому что вот этот порошок я могу добавить в любые краски, там акриловые, не акриловые, масляные, там, ну, везде это самое, в олифу могу добавить. А если возьмешь уже разведено, то она на чем-то уже разведена, и необходимо применять только те разбавители, которые там написаны. Вот, а это мне не подходит. Вот такая красочка. Так, итак, у нас комплект есть, приступим к работе. Так, ну, берем вот такую емкость, такую небольшую. Вот, я тут немножко то самое вам показал, в принципе, как я набираю. Не подумайте, что это понты какие-нибудь. Вот я просто преждевременно набрал, вот, чтобы вам тут это самое не морозить. Просто вам показал, как оно набирается. Ну, все, наверное, это дело знают. Так, итак, начнем. Значит, ну, начнем с синего. Значит, вот у нас 10, да? А ну-ка. Заливаем это хозяйство. Но здесь сильно давить нельзя. Там может перед это самое. Передоз. Так. Опа. Опаньки. Есть. Один. Видно, да? Еще чуть-чуть надо. Вот на полоску вышли. Видно, да? Вот сейчас 8 нормально. Так, есть. Это мы откладываем в стороночку. Хозяйство. Берем желтый. Вот тут у нас вот 4 кубика, да? Так, наливаем желтую. Опаньки. Так, один кубик дали. Чуть-чуть еще не добрали, еще чуть плесканем, чтобы у нас было четко все. О, есть. Но здесь особо точности так не надо, потому что все оно будет потом ясно. Есть, да? 4 кубика. Смешиваем, перемешиваем это дело хорошо все. В зеленый превращается. Достаточно. Темно-зеленый. Не знаю, камера там правильно отражает. Нет. Темно-зеленый. Добавляем нашу бронзу. Вот такая красавица. Но для начала чуток надо добавить. А там потом видно будет, как зерна ляжут. Ну, вот столько примерно. Блеск есть.
Перемешиваем это дело все. Видно, как переливается здесь, да? Камеру наведем покруче и смотрим. Ну вот так она и будет и выглядеть под лаком. Вот так она будет выглядеть под лаком. То есть все получается нормально. Я думаю, что больше не надо зерна добавлять. Ну а там на любителя. Ну что, здесь... Образец не надо и, кажется, делать, потому что здесь, я думаю, что все видно. И без образца. Как вы знаете, цвета изменяют, чуть-чуть изменяют свой цвет при разных освещениях. Давайте посмотрим на улице, как она смотрится. Сейчас я на улицу выйду. Здесь солнышко светит. На улице будет она при солнечном освещении выглядит вот так вот. Даже зерен много здесь. Ну, это на любителя. В наглядности давайте сделаем еще один, значит, вариант. Вот. При темных красках, значит, зерно всегда ярче смотрится. Вот, но мы ее давайте засветлим, может быть, цвет кому этот больше понравится. Добавим желтого. Вот у нас тут осталось 2. Ну давайте посмотрим, сколько будет тут. Вот, добавили. Смешиваем это дело все. Вот оно, видите, в салатную пошло. Посмотрим, как оно переливается. Повторюсь еще раз. На темных зерно ярче смотрится. Но здесь оно немножко должно тускнее смотреться. Посмотрим. Вот так оно будет. Это комнатное освещение. Давайте на улице посмотрим. Добавим еще желтого. Вот так вот. Теперь мы добавили 1 кубик. Перемешиваем это дело. Не слишком большой контраст. Добавим еще, наверное, кубик последний. Заливаем. Есть. Перемешиваем. Вот это немножко поконтрастней. Посмотрим, давайте, с образцом, как она получилась. Разница. То есть у нас была вот эта краска.
теперь мы сделали вот такую краску. То есть она гораздо светлее. Вот такую красавицу. Посмотрим переливы давайте на улице. Для наглядности давайте еще, вот я набрал 2 кубика еще, еще добавим 2 кубика. Опаньки. Есть. Перемешиваем это хозяйство. Посветлело, слабенько уже идет. Тут когда к тону приближается, то есть к желтому уже. Тут надо больше добавлять. Добавим еще, наверное, желтого, чтобы контрастнее было. 2 кубика набрал. Видно, да? И плескаем сюда. Есть, перемешиваем. Вот такой цвет получился. Сравним его с тем, что у нас был последний. Подзамазалось немного. Вот такой вот. Есть. Тут просто замазалось немножко. Вот такой цвет будет. Давайте посмотрим его на улице. Это будет выглядеть вот так. Итак, мы с желтой, и с синей, и с бронзы. Вот этой вот. Составили несколько образцов зеленой краски с бронзовой пудрой. Вот. Ну, здесь на выбор уже кому как понравится. Вот я особо не подбирал какому-то марке или еще. Просто так, говорится, визуально на глаз. Вот, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего вам хорошего. Всем удачи.